вариантов сдачи анализов есть несколько. Либо это пациенты приходят самостоятельно, но тут я не могу их пациентами назвать, потому что там приходят и здоровые люди, допустим, на выезд, сопровождающие больных, либо кто-то выезжает по делам в Российскую Федерацию. Они приходят самостоятельно и сдают материал в инфекционной больнице. Либо приходят по направлению врача, тоже сдают в инфекционной больнице, если есть какие-то у врача сомнения по поводу того, что катаральные явления могут быть, источником их может быть коронавирусная инфекция. Присылают материал больницы, которые самостоятельно берут у своих пациентов в отделении, и отбирает мобильная бригада на дому, там, где подозрения на коронавирусную инфекцию очень высокие, либо там, где пациенты лежачие. Весь этот материал доставляется в республиканскую лабораторию, где, собственно, и производится анализ. Сразу хочу сказать, что ПЦР-анализ – это очень длительная процедура. Одна постановка занимает 6 часов. Иногда, когда материала много, первое, ну, выделение идет 2 часа, да, а далее же вот все выделили, дальше уже идет по 4 часа. Но все равно это длительный срок. И тем более сейчас, когда инфекция начала нарастать, количество инфицированных начало нарастать, соответственно, много контактов, соответственно, много анализов, иногда лаборатория в тот же день не успевает провести такое количество проб. Поэтому взяли анализы в один день, ну, допустим, сегодня, а результат будет только завтра. И если справится 3 постановки, последняя постановка может закончиться и в 12 ночи. По получении результатов все положительные фамилии передаются главному санитарному врачу города или района, в котором больной, в данном случае уже больной, живет. По тому адресу, который оставлен в учреждении. И обязательно должен быть номер телефона, потому что в первую очередь мы связываемся по номеру телефона. И это происходит в течение ближайших 2, максимум 3 часов с момента получения. Вот я могу сказать по себе, стараюсь уложиться даже в более короткие сроки с момента получения положительного результата. Почему по телефону? Потому что этот, теперь уже мы говорим больной, он не должен перемещаться по городу, даже на своем личном автотранспорте. Он должен находиться у себя дома, в том месте, в котором, ну вот он на этот момент находится. Зачем? Затем, чтобы не заражать других. Сам по себе человек может чувствовать себя великолепно. Очень много заболевших идут по легкой форме и могут не требовать какого-то специального лечения. Но тем не менее, что показывает нам ПЦР-тест? Он нам показывает заразность этого человека в данный конкретный момент времени.